Сегодня в Москве открылась 19-я всероссийская выставка «Золотая осень». Участие в ней принимают и чувашские аграрии. В павильоне Чувашской республики представили продукцию ведущих предприятий отрасли. Мясные деликатесы, сыры, кондитерские изделия. Экспозиция региона пользовалась большим спросом. У прилавков выстраивались очереди. Мы подошли, нам сделали рекламу ваши продавцы, и мы решили попробовать вашу продукцию. Очень положительная и хорошая, что она у вас очень вкусная, натуральная. На традиционном осеннем форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей. Фермеры республики не первый год реализуют свою продукцию на ярмарках столицы. Активное взаимодействие с АРСП поможет расширить рынки сбыта на территории Москвы и области и увеличить объемы продаж. Объемы увеличиваются постоянно, потому что вот мы замечаем, что все-таки, когда мы начали возить фермерские хозяйства и без ГМО, домашнюю чувашскую картошку, она все больше и больше завоевывает рынок, оттесняет промышленное производство, где присутствуют какие-то химикаты. Люди это начинают чувствовать. Этот процесс идет, он не такой быстрый, как хотелось бы, но люди привыкают к хорошему очень быстро. И, соответственно, я сам вам честно скажу, я всегда покупаю только чувашскую картошку. Сегодня нужно понимать, что предприниматель без поддержки никакой. Предпринимателю приехать в Москву, где-то встать, бесплатно встать и продавать, реализовывать свою продукцию очень сложно. Сегодня у них есть возможность стать на самых больших рынках Москвы, Московской области.